Всем привет! Привет! Мы в университете, мы отсидели половину пары. Вот, у нас сейчас пара с австрийцем. К нам приехал преподаватель из Австрии, он будет вести у нас две лекции. Сегодня и завтра. Но просто проблема в том, что завтра вообще-то у нас нет лекций. Но из-за него нам добавили. Завтра должен был быть выходной. А сейчас мы идем пить кофе. Мы нашли очень вкусную кофейню здесь. Такую маленькую с очень вкусным кофе. Мы зашли в очень прикольную кофейню. Ее Стас нашел на самом деле. Вот, да, здесь очень вкусный кофе, и мы будем сейчас его. И нам должны заплатить за рекламу. Да, потому что мы привели кучу людей сюда. Нам должны заплатить, это правда. Что это? Это Африкола. А, это энергетический напиток. Ну, он же интересно смотрится. Такой стильный. Смотрите, что тут есть, садочек. Прям на украинском написано, да? Смотрите, какой мне стакан модный дали. Очень вкусно. Знаете, такой сливочный вкус. Я люблю вкусный кофе. И Дима любит. Мы кофеманы. Мы дома. Еще у нас новости. Мы купили себе билеты с Димой в Стокгольм. 23-е, с 23-го по 26-е. Так что такие у нас хорошие новости. И сейчас мы все вместе идем в зал. Еще идет Клаудия с нами. Я буду с ней тренироваться. Мальчики будут отдельно. А потом мальчики, Стас и Дима, идут на чемпионат по футболу. Там будет 8 человек, 8 наших одногруппников. Будет одна приставка и 2 джойстика. И вот они будут сидеть и, наверное, часов 5 просто рубиться в приставку. Вот, и потом кто-то выйдет победителем. Не знаю, что там будет у них, в общем, они вам все расскажут. Мы позанимались, и прямо с зала мальчики поехали играть. А я решила не скучать, и я встречусь с девочками. У нас будет девичник маленький. Будут португалки, Клаудия и еще Анна. После фитнеса мы не могли ничего взять другого, как пицца. Да. You understood, yes? Лучше не придумаешь. It's also music. Я уже пришла домой. Мы с девочками очень долго болтали. Сейчас 12:30, а пришла я к ним где-то в 8:00. В общем, мы сидели, разговаривали обо всем на свете. Просто реально обо всем. Вот, было очень приятно. Мне. Это так мы первый раз, кстати, собрались за все время. Вот. И все было отлично. Мне очень понравилось с ними общаться. Все-таки, знаете, очень интересно общаться на разные темы девчачьи, когда за столом сидят совершенно разные культуры, потому что у нас была девочка с Венесуэлы, с Эквадора, с Португалии девочки, и я с Украины, вот. И, в общем-то, мы еще затронули тему политики немного, вернее, не политики, а просто вот Клаудия рассказывала, что в Венесуэле сейчас просто полный ужас. Сейчас Каракас — это столица Венесуэлы и город, с которого Клаудия приехала. Она там родилась и выросла. И этот город сейчас самый опасный город по преступности. Это очень опасный город. И знаете, она прям так меня заразила этой темой. Мне стало очень интересно это. Я посмотрела кучу-кучу роликов на YouTube. Вот, и люди, это ужасно. Вообще не верится, что в мире такое происходит. Много войн, это понятно. Да, это ужасно. Но просто то, что творится сейчас в Каракасе, вообще по всей Венесуэле и вообще очень часто по всей Южной Америке, это просто ужасно. Люди убивают друг друга просто за мобильный телефон. Вот. И это, конечно, страшно смотреть. Но я надеюсь, что вы никогда не узнаете, что это такое. И я никогда не узнаю, и вообще в Венесуэле это скоро закончится. К ним придет нормальный президент, который сделает какой-то порядок в стране, и, возможно, все станет намного ярче. А у нас здесь с ребятами курица по-индийски. Очень острая, она должна быть очень вкусная.
И ребята играют в FIFA на проекторе, естественно. Стас администратор, он ведет таблицу. Покажи, насколько у нас все серьезно. Вот расписание. Расписание на 7 недель. Все очень серьезно. Наша таблица, все серьезно. Да. Try two, bro. After you, I'm gonna see your reaction. The reaction is like in 4 minutes. In 4 minutes? Yeah. So you're gonna wait. It's like Mexican spicy. Yeah? But you like it? This one? It is spicy, very spicy. It wasn't too much? It's a little bit. Okay, so this sauce is the real deal. After death sauce. Yeah. And it's that name for a reason. Very spicy. Were you crying? Almost. Yeah, really? Trying not to. It's a go. If I'm going, I'm pulling you over. Мы уже играем 4 часа. Подряд. Да, очень интересно, очень много людей, и это очень-очень клево. Я уже домой пришел, и Катя вот притворяется, что она спит. Ну, видите, я же говорю, что притворяется. Спряталась. Да, мы, в общем, так долго играли, и мы бы играли, наверное, до утра, если бы завтра, точнее, уже сегодня утром, нам не нужно было идти на пару, вот, и мы так даже, мы даже не успели сыграть со всеми, то есть у нас было 8 человек, и мы сыграли каждый только по 4 игры, поэтому у нас еще, так сказать, еще продолжение следует. Я думаю, что мы завтра сейчас соберемся доиграть. А сейчас я буду спать, потому что нам скоро уже вставать. Всем до завтра. Спасибо, что вы нас смотрите, посмотрели и, возможно, будете смотреть. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.